Всем добрый. Что-то проблема у меня с аккумуляторами. Не успевает заряжаться. Я, честно говоря, на ночь поставил. Думал, что он зарядился, а он не очень. Но, тем не менее, прогуляться мне надо. Поэтому приглашаю вас всех с собой прогуляться туда, вот в сторону. В сторону кинотеатра «Восход», фактически. Чуть-чуть не дойдем мы до него. В «Пятерочку» надо посылку получить. Большую часть маршрута, точнее, часть маршрута вам уже хорошо. Весь маршрут вам хорошо известен. Что делать? Вы же не каждый день-то можете увидеть Январского, Лазаревского. Начнем-ка, естественно, с Калараш. Летящей походкой. А там посмотрим, может, я куда-нибудь еще там доскочу, заверну. Если аккумулятор, опять же, позволит. Он сейчас не очень. Не в самом, скажем так, своем заряженном состоянии. Причем внешне тоже. К сожалению великому моему. Ничего. Если что, телефон с собой. Если уж самое интересное что-то будет. Начинаем с Калараш. В парк традиционно, как вы понимаете. У меня два варианта там есть. Либо перейти на противоположную сторону, там по Победе где-нибудь занырнуть. Но помнится, как-то я вроде что-то говорил, что дойду в сторону Восхода как раз от Калараш. И кратчайшим путем. Наверное, кратчайшая все-таки будет по улице Адоевского. Наверное, по ней и пойдем. Да и были у меня планы Адоевского показать. Ну, сейчас как бы, может быть, не самое лучшее время. Не вся далеко Адоевского попадет в кадр. Но что-то да попадет. В телефоне у меня вечерний ролик. Я здесь вчера ходил. Не знаю, постараюсь сегодня успеть выложить. Что-то я про него забыл, если честно. Пришел и что-то так не сгрузил еще даже. Ну, дай бог памяти, как говорится. Не очень красивое место для входа в парк. Хотелось бы, чтобы здесь было всегда красиво. Зато зеленая-зеленая трава у дома. Люди гуляют в головных уборах, а я что-то такой модный без. Ну, вроде не так холодно. Даже издалека вижу одну черепашку. Она там не то чтобы греется, но вылезла из воды. Сидит на камешках. Воды, кстати, по самому бортик сейчас. Им там, бедненьким, особо греться-то и негде. Ну, я имею в виду, чтобы вылезти на поверхность. Ну, а для тех, кто очень-очень внимательный, но все-таки не рассмотрел. Я говорил в утреннем ролике, точнее писал в заголовке, если вы рассмотрели, какое незначительное изменение произошло. Сам я его заметил, если честно, несколько позже, чем тогда, когда шел с камеры. Я имею в виду, когда монтировал видео, хотя я его не монтирую, как вы понимаете. Скорее всего, эту фотографию подбирал. Немножечко пролистнул. И мой взгляд остановился на металлической конструкции, которая, так сказать, обрамила вход под железнодорожное полотно. С этой стороны она менее ярко выражена, но все равно видна. Не волнуемся. Вот видите, металлические такие вот. С подводом лепездричество, если я правильно понимаю. С противоположной стороны на входе тоже красота какая-то такая металлическая. Я так думаю, что что-то здесь украсит, что-то сделает красивое и интересное. Столовая центральная, нельзя на нее не обратить внимания. Круглогодичная. Люди есть. Требуется персонал для работы на круглый год. Спрашивали работу. Вот, пожалуйста, вам работа. Кому надо. В зимний период тоже имеется у нас работка. Не скажу, что очень много по оплате. Тоже ничего, какой информации не владею. Но имеется. Я так думаю, работа всегда есть. Вопрос, что вы хотите. Какую работу, какую зарплату. Специалистов
типа бухгалтер, классный повар. Я думаю, всегда ждут в нашем регионе. Не потеряйтесь. Ну, а в центре Сочи, я так думаю, и подавнее. Я вот ни тем не являюсь. Бухгалтер из меня никакой. То, что знал, уже все забыл. Квалификацию не подтверждал. Спортивный комплекс. Иду я чуть-чуть быстрее, раза в два, чем нормальный человек точно. А если еще нормальный человек с ребенком, то он наверняка еще медленнее идет. Ну, быстро я иду, короче, ребят. По времени, конечно, можно ориентироваться, но лучше ориентируйтесь по маршруту. Мы, как вы помните, идем в сторону Пятерочки, которая выручает, ну, не в случае с зарядкой аккумулятора. Ну и в направлении кинотеатра «Восход». Куда я пойду дальше, сам не знаю. Не уверен я, что надолго меня хватит уже. Еще чуть-чуть и поворот на улицу Спортивную, куда мы сегодня с вами не повернем. Мы пойдем другим путем, как сказал Владимир Ильич. Там вот Спортивная. То есть, если вам надо добраться до кинотеатра, до вокзала с той же улицы Колораж, то смело идите моим маршрутом. Не потеряйтесь. Весь маршрут идет вдоль железнодорожного полотна. Я уже не раз говорил, не так давно, в прошлом году, кажется, показывали фильм «Склифосовский», как они ехали в Сочи. И вот часть ролика, не ролика, а фильма, снималась именно вот здесь. Каким-то чудесным образом ехали они на станцию Чимитакваджо, если не ошибаюсь. Но приехали в Лазаревское. Причем садились с противоположной стороны, ехали по этой стороне. Но в итоге, кажется, приехали... А не помню, вот куда приехали, не помню, врать не буду. Что-то тут опять с кафе «Олимп». То его строят, то его сносят. На протяжении лет 20, после того, как оно сгорело, там что-то у них пожар какой-то был, вот с ним такая чехарда. Его строят, сносят. Что-то пытаются сделать, но никак. Ну, этот отель... Нет, не это, это не отель еще, отель дальше вот. Он такого же цвета, просто я попутался сам. Продается. Меня тут только что... В комментариях просили, небо просило, займи, я бы сам бы занял бы с удовольствием. Место, в принципе, хорошее, улица Ушакова, до моря всего ничего, выход на противоположную сторону здесь есть. Кстати, можно тоже здесь завернуть, но я пройду чуть-чуть дальше, буквально метров 100, и под железкой занырнем. Так что все нормально. На улице Ушакова мимозу спилили почему-то. Я не знаю, почему она так красиво сочеталась с улицей. Радовала нас своей красотой и ароматом. Но спилили нашу елочку под самый корешок. Обидно. Миниатюр саванны, номеров нет. Красная, белая, фонбет, столовая. Все тут есть. И бухнуть, и развлечься, и заночевать ездить. Социалистическая, но этот маршрут вам уже знаком. Не так давно, кстати, здесь проходил, снимал ролик. В летний период эта улица, точнее ролики про социалистическую, пользовались спросом, скажу вам так. Судя по этому ролику, недавнему интерес он не вызвал. Но я уже почти у Пятерочки, мой маршрут подходит к концу. Здорово, голуби.
еще чуть-чуть, и мы нас будет ждать этот самый. Вот он, кстати, этот самый светофор заработал. И бегом. Неохота потом стоять. Кому на вокзал, туда вот, в ту сторону идете, там не ошибетесь. Метров 250. Я к Пятерочке. Ну а до площади кинотеатра Восход осталось буквально, я не знаю, метров 150, может быть. Она будет, но в следующем ролике. Не в этом. В этом я сейчас Пятерочку заскакиваю. Иду дальше, насколько хватит аккумулятора. Всем пока. Всем до новых встреч. Все такое.